Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и этим видео я начинаю очередной ФФА-сериал. В Sid Meier's Civilization 6 с режимами монополии корпорации, варварские кланы, случайное дерево технологий социальных политик. Цивилизации у нас были на выборы, вы видите, что соперники выбрали, я уже не помню, с чего я выбирал, но я взял Нидерланды. Эта партия была сыграна и записана 23 февраля, и буквально вот через час после того, как мы ее закончили, полетели первые ракеты в Украину. Но я надеюсь, что настроение, вот тот предвоенное настроение, поможет вам вспомнить о хорошем и немного отдохнуть, чтобы вы могли жить дальше и созидать вопреки разрушению. Традиционно напоминаю, что все серии сразу спонсоры канала видят во вкладке «Сообщество», но количество спонсоров уменьшилось на 60%, как и доход канала, поэтому я прошу вас, если у вас есть такая возможность, поддержать канал, перейти на более высокий уровень спонсорства, либо просто прислать мне денежку по PayPal или используя биткоины, криптовалюту. В общем, все есть в описании и в прикрепленном комментарии. Но в первую очередь, конечно же, поддержите, пожалуйста, украинцев. На этом вступительное слово завершено. Приятного вам просмотра. Ура, цивики появились. Да, надо, короче, сразу проверять, они сразу открываются. Боже, у меня опять какое-то странное место, правда, теперь не сильно ресурсов насыпал, но все так очень странное. А я опять есть? Никуда что, не тебе пойду. Речку дали в одну, в один тайл? Да. В один тайл. Мне тоже давали речки в один тайл. Нормально тогда, да. Это часто спамят как раз таки Вильгельмине, Англии и все, по-моему. То есть это вот две цивилизации, которым почему-то вот речку в один тайл. Причем Англии может заспамить два тайла пустыни рядом. Все время рофлю с этого. То же самое спаунит Дидони. Там ЦКшки могут быть. Или акведуки. А, блин. Что ж вы такие негативные? У нас да, там ЦКшки. Не факт. А как ты, как ты это решил? Вот увидите. А он читер. А он читер, да, он эксплойт использует. Ну, значит, кикаемся, там реально ЦКшка. Я фильтр нажал. Ну, я предполагаю, что он скажет. Это не факт, потому что по фильтру он может показывать больше нужного. Ну да, но по фильтру золота он отображает последнюю теху этой штуки. Не, ну, не факт. Ну, мужик, ну, что ты забиваешь людей? Ну, хорошо, так там и внизу есть по фильтру, подожди. И там, как бы, по фильтру может быть и этот гавань, равный вероятность. Кстати, и гавань, да. Может быть, и гавань, да. Так лучше гавань, чем ЦК. Кому как? Ну, караван запустим, увидим. А, так можно ломать эту фигню фильтром. Ой, да, как удобно. Как удобно, спасибо. Пожалуйста, обращайся. Кстати, можно тогда попробовать. Где мой уникальный барак? Посмотреть. Ага. Уникальный барак. То есть тут... Все-таки взял Вьетнам? Да. О, мне еще и... И варваров видишь. Еще сейчас и коляску дадут. Да, вот еще четвертой клетки стоят. Когда дойду до нее. А, в третьей круче. Здорово. Я вот не знаю, стоит ли мне... Ладно, сделаю еще одного разведчика. Ну просто, тут такая территория, что, блин, разведчикам просто... Ну, тяжело выходить. Ну тут придется район какой-то явно ставить. Тут город будем ставить. Блин, под вулканом. Очень хреновая территория. Очень неудобные. Рек вообще практически нету. Те, которые есть вокруг вулкана. То есть у меня все будет.
Ну, тут, конечно, Рейну, не Рейну, эту Лян посадим. Придется не на аквакультуру, а на то, чтобы вулканом не убивало. Но это мрак, конечно. Ну, хоть колясочку дали, и то. И то хлеб. Хлебушек. Так. Давайте, наверное, так сделаю. Быстрее. Оставить гарантированно, да? Да. Прикольно. Что, нету лошадей? Да, у меня, походу, лошади за горами, за моим городом. Может быть, в третьем радиусе. Там что-то вижу. О, а у кого это? Не скажу. Сами угадайте. Ну, Инка. Вот это прям дедукция уровня Шерлока Холмса. Стараюсь не разочаровывать. Че, серьезно? Одна плантация на всю империю? Прикольно. Такое бывает. Это кому? Это Майя завезло. Да, да. Классика. Не, ну я бы узнал, что уже делать в этом случае. Блин, тут риф далековато. Ну, очень-очень странные места пока, честно говоря. Тут хоть какие-то реки вон появляются. Ну, тут придется город ставить в любом случае, если они на что. К сожалению. Закинь 9 очков, счет такой, что у брата до сих пор 6. У меня вообще 0. Я рядом с тобой. Самое интересное, что я поставил город на пойме, а у меня 0. Две клетки. Надо соблюдать. Нет, я стою на пойме. Так а она разве не должна разлиться перед этим, чтобы ты получил что-то? Нет. Нет, в принципе, просто пойм. Блин, еще. Блин, вот это прикол, конечно. Я такого еще ни разу не видел, чтобы мне две коляски прям в начале дали. Вот это прикол. О, плантация. Так, что там вот надо? Это прикол. Сначала рейд сделать, а потом. Просто только не на кого это использовать, к сожалению. Разрушить тогда. Есть кнопочка. Ну вот, я хочу сначала, ну как в нормальной игре, сначала если получить. Если ты хочешь денег получить, тогда у меня разрушится. Деньги. Ну только деньги дашь, ты его не разрушишь. Ты там будешь кнопочки. Могу я его сломать? Нет, не сможешь, там будет какой-то кулдаун. Ё-моё, зачем вы с этим играете? Ну ты что же с нами играешь? Да меня не спрашивали, хочу ли я играть с этим. Как это? Тебя спрашивали вообще-то? Голосование ну, было. Я не успел отголосовать. Я отходил. Сам виноват. Ну да, ну да. Я тебя тагнул. Да я не мог с планшета открыть почему-то. Бага? Не бага, а фича. Гор насыпал кэш от души. Так, ну, наверное, начнем с лошадей. Так, можно я спрятать. Я бы сказал, варваров от души насыпало. Варваров это всегда когда-то. Берем легенду. О, Дима! Здрасте. Добрый вечер. Димон! Единственное, плохо, конечно, с этим, что... А, слушайте, тут дуболом почему-то стоит. Если вас не интересует мой шестой радиус, то все хорошо. Я даже не знаю, где твой шестой радиус. Прямо на моем разведе. Так, что ж тогда... Даже на клетку от него. А ты ГГшку вот эту захватывать будешь? Нет, она в десятом радиусе от меня. Замечательно.
Надеюсь, мы поделим. Так, ну тут дуболом, а не копейщик. Я думал, копейщик будет стать. Почему тут дуболом? Так, а что они дают? Очень важно. Копейщика можно купить. Ой-ой-ой. Здорово. Алексей. Здорово. Чё, как сам? Потихонечку. Чё тут шаришься? А тут недалече моя столица. О, так тут сверху что-то есть. Так, ну мне туда могу плыть только... Ну, кстати, надо бы исследовать будет. Но я могу туда плыть только после судостроения, поэтому... Тоже недалече. Ну, отсюда, в принципе, далече. Но надо будет разграничивать территорию, конечно. О, привет. Так, тут, наверное, я скаутом постою. Где-то это судьба. Судьба. Или отойти все-таки немножко. Давайте так пока. Тут могут зажать несколькими этими. Так. Пока так. Может высадиться, там забрать. Вообще прям не прикольно. Привет, Гал. Привет. Не, пока, да, пока мы не расставим города, я не буду на дружбу соглашаться. Дали двух старителей подряд. Джек, как вот приятно. Жестко. Будем голосовать. По поводу. Ну, за ремап. Почему? 15-й ход, типа. Какой ремап? Вы откуда с АПа приходили вообще все? Не, ну я предложил хотеть. Ходи, пожалуйста, разведчик. Ты хочешь вниз и правее? Так, вот теперь постою пока, пускай он подолбится. Вот где на лошади. Ага, блин, тут не ставится город, прикиньте. Ну мы сейчас друг другу прямся как. Ну я все равно, наверное, пока сюда пойду. Черт. Четвертый, пятый раз. Вот это не очень. Ладно, тогда, наверное, сюда пойду. Блин, вообще-то хреновые места. Чем мне не нравится. Блин. Гал, тебе же не интересно вот в эту сторону селиться наверх? За горы. Ну как раз таки интересно, потому что у меня подо мной пустыня, в которой нет ничего. Ну я просто думаю, как ставить, так что... Ага. Просто вот мне один город встал, и все. Или как-то чтобы мы договорились и дружили. Типа, ну, у тебя боевые бонусы хорошие, у меня тоже вроде неплохие, говорят. Ну, я в этом плане. Может, договоримся как-то? Ух ты, пантеон смогу сейчас взять. А ты что, без охраны-то потолков водишь? Блин, может брать на реки тогда. Куда город собираешься ставить дальше?
Я там же и соседство для... Нет, комнаты. Ну, я поставил... Кампус и театральный... А, нет, на... У тебя там еще и город влезет. Не работает на... Озеро. Блин, так что на что брать пантеон? Нет. Так что у нас с престижем? Ты тоже поселков без охраны ведешь, я на него... Вторую тебя даже посела. Хотя уже раза два мол. А ты, Дим, далеко? Нет. Так что, Гал, мы же договариваемся? Блин, я не знаю, что брать. Пока да. Не, ну пока это... пока это тоже не ответ. Не, мне нужны, ну, какое-то объяснение, что мы делаем. Дружим и вот ставим города, я и ты на... Ну, ты наверх не селишься? Ну, ладно, все равно речную богиню я возьму. Вот один я город... на столице себе город, естественно, поставлю. И все. Ну, то есть, короче, обогну озеро. Ну, вот на 2-2 ставишь город, и все, правильно? Что такое 2-2? Камень 2-2, видишь? Сейчас, попозже буду. Так, а у нас просто 40 секунд стоит, может, можно динамический таймер поставить? Бо я, например, уже не успеваю. Ну, Дима, как ты там? Стоят. Ты где? А, Ирт, явно не с тобой в соседях, что очень печально. Ну, где-то у него тут столица, явно, судя по лояльности. То есть у него все-таки тут где-то столица, он как-то в эту сторону ставил. Блин, хочется тут тоже город поставить. Блин. А мог же разграбить. Да ладно, вот это я немножко ошибся. Так, тут постою. Так, наверное, надо будет выкупить клетку. Ну, когда приплыву, надо обработать этих черепах. Я бы вот сюда конка поставил свой город, если ты не против. Да вроде не особо, я там не вижу. А ты под чудо будешь ставить? Так, еще один появился, да блин. Наверное, сюда отойдем. Так, а что я... А я против варваров не поставил, да? О, там... Галлы с инками рядом. Привет. Привет, как дела? Да, только так это вот так завезло с горами, что 9 лет гор. Блин, неужели ой, сейчас убьют? Чего я не взял прокачку? Ну, блин, с другой стороны, тирани не уверен, что убьют, кстати. Ну, потому что они обычно всех. Вот полностью убиты, они вот так не налетают. Сейчас глянем. Ну, повезло, повезло. Блин, надо было, конечно, убирать. Надо было нет! Шведку.
Вот это свезло. Ну да. Ну а чё, почему когда я играю, у меня нет этого престижа? Страдать. А не видел? Ну ладно. Да что-нибудь интересное там. Чудо там лежит. О, спасибо. Ну, справа лежит. Да найдем. Так. Обработку бронзы. И навигацию по звездам. Так, я пока не могу убирать камень. Наверное, надо рабочего строить, чтобы... Очевидно, надо будет куда-то... Священное место, точнее, не куда-то, а, скорее всего, на место меди, хотя... Ух ты. Тут уже не пройти никуда. Вот я тебе сделку... Блин, тут как-то... На пару ходов. Тут как-то очень тесненько, короче. Блин, ни одного ресурса, чтобы ускорить регейшн. Как так жить? Не играть за моя? Нашел регейшн, нет? Нет. Я нашел. А где оно? За обработкой бронзы. Уф. О, удачно я иду в обработку. Так, пока не убивается, ладно, постоим тогда. Блин, конечно, вот этот его... Так, Инки, я против, чтобы твой дуболом вверх шел следующим ходом? Я на острове заспавнился. Ну, бывает. С одной бегаешь. Инк, ты слышал? Да, да. Мы там просто другие разговаривали, я понял. Что можно сказать? Shit happens. Чувствую себя на роли араба. Не, ну зато никто не мешает. Ну. Егор, кстати, одна гора штучка. Они разве нужны? Ну, чука. Для меня, да. Матч пикчу можно будет построить. Да, тут, конечно, матч пикчу имба будет. О, почему да? Ну, я не собираюсь тут все мной пытаться выходить, потому что это очень-очень вряд ли получилось бы. Хорошо еще этот не. Так, ну я тут даже не знаю. То есть с этой стороны все понятно. Тут просто тупо не пройти к Вьетнаму. Ана, а только куда один город ставится. Давайте я поставлю. Алла... Короче, от вулкана идти. Потухшего. А к чуду. Кто у нас? Друзья, кто ниже. У нас... А, ну ниже. Ниже и правее чуть-чуть. Угу. А Ларис Бегярд имел в виду? Да, а, да, не да. Буду пока метки ставить. Ну, прям под ним находится. Сюда сбегаю, гляну, что тут. Спасибо. Вообще, мне бы судостроение, на самом деле, потому что я вижу, что вот тут неплохие, ну, как минимум одно неплохое место есть, и плюс-минус туда нужно юниты перевести, чтобы защитить. С другой стороны, надо сначала тут все заселить. Я город помещу. Я тебе заброчу? Нет. А ничего, что мы эту метку все видим? А что поделать, если мне его никнейм не влазит в список? Ой, вообще знакомо. Ну, сейчас нормально. По плюс один, а тут плюс два. Ну тут плюс два из-за леса, который мне все равно вырубать надо. Так, давайте я плюс
5 против варваров поставлю пока так. Здесь надо на корабли что-то открыть. Где она? Вот. Давайте международную торговлю. Я хрен знает, когда я следующий этот открою. Давайте пока, наверное, обработаю. Блин. Ладно, давайте уберу все-таки. К сожалению, я тут не получу соседство для священного места. Гал, а можешь на один ход посмотреть сделку? Метку поставил случайно. Мы же дружим, все дела. Так, тут я откладываю производство. Спасибо, один ход. На священное, на священочку. Раз, два, три. Сюда ставится. Раз, два, три. Типа сюда еще влезет город. Может так и сделать. Сейчас я вообще гляну, точно ли влазит. Да, влазит. Ну, тут минус 16 из-за того, что тут города, но если я тут расставлю, то сюда влезет. Наверное, так и надо сделать. Иначе мало территории. Тут тем более, извините, жемчуг. Правда, я смотрю, что тут может Вьетнам тоже ставить города. Так, что у нас здесь? Если я сюда поставлю... 3, ну, сюда какие-то промежуточные точно не влазят, потому что тут города инка. Привет. Давайте просто постою, полечусь. Здравствуйте. Да, у меня, кстати, реально в третьем радиусе не было лошади. Может, ты помог? Там же в описании написано, что в пяти клеток все ресурсы. Странно. Да и в пятом, в общем-то, тоже, считай, не было. Я еще две клетки не вижу, там может есть, но как бы... Ты мог помолвиться просто. Блин, интересно, конечно, тут в плане затопления клетки. Вот у меня клетка равнины вообще не затапливается, зато соседняя клетка с холмом второй волной затапливается. Как это вообще? Ни там скал ББГ нету. Перерисовывает. ББГ переделывает карту, тебя могут затапливать даже холмы, в смысле разливами. То есть у тебя вроде клетка холма, а там может разлив ее убить. Я должен был поставить карточку на, очень... на корабли. Чем холм в этом случае выделяется? А потому что холм не топит, холм не должно разливать. По этому принципу и разные клетки будет затапливать. Так, тут меня... Потому что ББГ очень многое на карте перерисовывает. Нету никакого варвара проатаковать. Если нету, то меняем карточку. Так, создание строителей, наверное, тоже пока нет. Пока так. Так, теперь надо какой-то из камней обработать. Ну вот, я ошибся, ЦКшка не там. А чё там? Я не знаю, что там. Ну, пока еще никто не, не сказал, что гавань в жопе мира. Так что, наверное, ладно. Гавань в жопе мира. О. О, спасибо за все. Вот и все. Теперь мы это знаем. Так, судостроение, это мне на две галеры. Хочу как раз судостроение. Ну, нормальный век, что поделать. Что там, религию еще не основали? Но уже Вьетнам и неизвестный игрок читают на это дело. Ну, мне тоже надо взять. Я просто пантеон такой взял на реке. Так что надо будет ставить... Ну, этот, обработка бронзы. Блин, или с амбара начать. Я туда, наверное, с амбара начну. Хуй, сколько у вас тут коней. Ну, только вот сейчас увидел. Раб, сделайте с этим что-нибудь. Увидел этот. Вот, надо что-то сделать. Построит. Пойду сюда пока.
увидел другой континент, который мог ускорить. Блин, галеру надо было здесь, что-то я понял. И в ней мигини галеру. Бары строят. Я. Ё-моё, гоплиты появляются в этих лагерях. Да, ты можешь купить их там. Да не, спасибо. Я лучше... А если я его уже брал с лагеря деньги, то сколько-то надо ждать кулдауна, да? Да. Блин, неприятно. Наверное, отправлю в Амстердам потихоньку, или контролировать тут лучше эту территорию, чтобы Инк не поставил ничего. Так, ну тут почитаем молитвы. Так. Накорми мир буддизм, церковная десятина. Говорим, что Вьетнам возьмет. Можно у вас взять деньги в долг снова? А у нас ватное море. Вьетнам, ты видишь, что у нас тут ватное море есть? Какое? Ватное. Где? Ну вот чуть. О, Ваден Си. А у тебя намек... по-английски? Да. А, я так понимаю, это намек на морские караваны? Да. Именно на это намек был. Так. Индийский океан. Круто. Блин, а вот то, что это морское, это, конечно, не очень. А, там всего два хода, кулдаун. Вот. Не, наверное, пока ничего не меняем. Да. Надо было умудриться, конечно. Наверное, пока раннюю империю все-таки. Блин, ну на континентах пикать Майю, это, конечно, эпик. Не знаю, у меня хороший трек. Ты просто еще ничего не знаешь. Мне кажется, ты где-то пугает. Рядом? Здесь моя столица. Столица? Да я шучу. У человека чуть инфаркт не случился. Подожди, там ниже еще куча земли, что ли? А, ну, там я теперь. Вот это крайний город. Слушай, мне вот здесь город нужен. Это... Сильно нужен? Это пятерка от моей столицы. Сильно нужен? Ну, это пятерка от моей столицы. Ну, что ж. Война получилась. Ну, если ты хочешь воевать, значит, с Майей в радиусе, как бы. То окей. Все, угомонись. Я же... Да, интересно, конечно, мое положение. Я сразу с тремя тут... Вообще ни разу так не звучало, ну ладно. Да я что-то вообще это в шоке был немножко. Из-за того, что это моя столица. Я думал, там снег. Наберешь? Сейчас запинил, смотрю, ну, там давайте еще. Место еще просто фигово гора.
Задрот получается какой-то. Да не, был бы задротом, напинил бы раньше. А что там еще может быть на золото? Потому что гавани я тоже вижу, и они, короче, не там. Я сюда вот. Не, ну надо две галеры доделать все-таки. Каменоломня. Хочу, наверное, купить караванчик из Амстердама. Кто-то там уже ГГшки захватывает себя. Там немца не было. И, наверное, буду Магнуса все-таки брать. У меня был в пике. У нас не будет веры, чтобы покупать за веру. А, ну я и золотой век тем более не вышел, нифига. Топ, подождите. Ё-моё. А, подождите, ребята, знаете, что? Мы же вышли в следующую эпоху. Да, 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 началось. А у меня не было выбора, типа, что я, ну, потому устремление. Что ты вышел в обычный. Ну. Нет, там все равно есть выбор, какой ты его берешь. А, выбора. Вот, он сейчас я появился, стоп. Фу ты, я думал, у нас 32-й ход уже, сорян. Все, появилось. Так. Ну, наверное, исход евангелистов, раз я веру, буду основывать. Да нет же грибаков, великолепная игра. Блин, я уже приготовился к ремапу. Да, я. Ну вот, тут у нас копье, это мы хрен пробьем сейчас. Господи, кто эти горы так поставил, а? Ауч, тут какие-то... Салам алейкум, девочка моя сладкая. Вашингтон, понимаешь, это как бы, типа, да, по идее, это наши с тобой горы, но только ты до них достаешь, а я как бы вообще не рад. Ладно, поплыли отсюда. Как бы так получается так. Так, вот мне в Тилбург или Неймиген хочется? Наверное, все-таки в Тилбург. А, ну столь не сильно левее. Конечно, думаю, было мудрить. Лучников придется открывать. До постройки прачников вообще. Могёшь. Ну, потому что там дальше гавани у меня. Красавчик, га. Вот тут. Сейчас увидим, где у нас судостроение еще. Так, ну протестантизм возьмем. Видимо, хоровую музыку. А, вот ты где. Вообще чудо нашел. А ты там за горами ходил, американец? Слева, да. Интересные места. При этом добраться до них можно только через тебя. Межкультурный диалог, давайте. Либо через копах, нет. Ну да, панель можешь сделать. Открывать туннели строительную организацию, мне кажется, тут надо. Тут прямо этих туннелей надо нафигарить. Ну, если ты там делаешь туннель, я буду тебе благодарен. Чтоб можно было пройти. Даже денег заплачу. Так, давайте трудовую повинность еще тут меняем на вот этих юнитов. Пока поселенцев не строю. Пока построю лучников. Прачников. Может, успею. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас. Во вкладке сообщества для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на